Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Так, ну что же, забрал я ежедневные задания. Там выпало, как обычно, 10 снежинок, но все по стандарту. Давайте зайдем сюда, посмотрим, что у нас тут. Сколько? 50 всего очков, а что так мало? Маловато будет, я вам скажу. А ну-ка, дайте-ка я сюда загляну. Ну вот, уже другое дело, 406. Так, принимаем следующий заказ. Так, так, так. Сюда, сюда. Да, как-то так. А, в рейд, конечно же. Вау, мы прошли здесь. И тут у нас новенький чудик. Погоди-ка, погоди-ка, битва. Я могу... Слушай, я, по-моему, могу же, да? Да, я могу, поэтому давайте быстренько его накажем. Давайте-ка, прям вот сию секундочку. Мы, естественно, это смотреть не будем, потому что в любом случае нам его сейчас не победить. Ну, а на убыстрено мы можем вполне... Так, 87% было, да, сейчас? А ну-ка, давай-ка еще разочек сейчас сделаем и посмотрим, сколько у него останется. 87 было. Слушай, ну, считай, неплохо, 2% я отнимаю. Слушай, мои ребята здесь поднапрягутся, и все будет чики-чики. Ух, это радует, это радует. Ну что, а мы с вами, наверное, начнем с ежедневок, да? С ежедневных заданий и... Поехали. Так, длань Мидаса. Выполняем. Ну давай, хорош, не выкаблучивайся. Угу, забираем. Так, 5 сердечек друзьям. Ну это само собой разумеющееся. Даже не подлежит никакому, как говорится, оговариванию. Так, секунду, подожди. Что я делаю? Я вообще уже совсем позабыл. Так, играть 2 раза в лотерею. Ну, так... У нас... А если я обновлю? Ну-ка, давайте-ка. Я не хочу, например. Блин, фейм, да... Как же ты меня достал, а? Почему все время фейм? Ну, ага, видовская пыль. Хорошо, ладно, поехали еще разок. Ну, что мне? Деньги, давай деньги. Нет, мне выпал артефакт. Так, ладно. 20 брюликов получили. Выполнить 2 задания таверны. Угу. Таверны. Ну, давай вот это вот мы... Я же сказал выполнить. Вот, выполняем. Эй, зависоны какие-то недобротные, я вам скажу так. Густо. Давай вот... Да ёпрст, что ты творишь-то, чудило? Давай, завершай. Давай и вот это выполним. В принципе, здесь можно выполнить все вот эти вот 4-звездочные задания. Так, блин, брюликов-то как мало. Как мало брюликов у меня. Давай вот это тоже сделаем. Вот. Остаются у нас 6-звездочные и 7-звездочные задания. А, нет, нет, вру, вру. Давай-ка еще. И вот тут тоже закончим. Так, вот эти вот, пожалуй, мы сразу активируем с вами, да? Ну, давай вот так вот сделаем. Ага, вот тут еще есть задание. Все, пока ничего не будем трогать. Посмотрим, что у нас там дальше. Так, изготовить 3 снаряжения. Ну, это проще простого, наверное. Хотя я в прошлый раз продал, да? Большую часть шмоток, из которых мог что-то крафтить. Да, не очень хорошо как-то получается. Ну, давай вот эти вот ботинки еще сделаем. Все, главное, что мы завершили это задание. Выполнить базовый, героический. Сейчас мы все... Оу, тихо-тихо-тихо, ребятули. Смотрите-ка, у нас... 25 свитков. Сейчас вот это потратим здесь. Угу. Ну, согласитесь, этот обалдуй нам совсем не нужен. Поэтому мы идем. Так, секунду, секунду. Вот сюда. И убираем его. Вот таким макаром. Отлично. А теперь... Да, да ёпрст, нет. Нет, конечно же. Вот сюда заходим и... Давай десяточку сразу же. Ну, удачи, где ты? А удача, как всегда, меня покинула. А еще? Да ладно, что, серьезно, что ли? Вот так вот все кисло. Хм. Совсем, ребята, плохо. Плохо, ну а здесь? Да. Отвернулась от меня удача-то, однако. Вот что я вам скажу. Ладно, сразиться 3 раза на арене. Поехали. Кстати, у нас очень много очков, поэтому я думаю... Есть смысл зайти на Лигу Чемпионов. Естественно, я там проиграю, но
Все-таки. Ладно, так, это у нас второй бой. Здесь я выигрываю 100%. И в третьем бою я тоже 100% выигрываю. По интегралам. Все. Ну. Так, хорошо. А теперь давай заглянем у нас, что творится. А что тут? Ну-ка, секунду, ребят, секундочку. Ага, я могу призвать одного героя трехзвездочного. Ну, и кто это? Понятно. Меня этот не интересует. Ну-ка, испытание чемпиона. Блин, 16-28. Я не могу понять, что такой охрененный откат у этого задания. Ладно, забираем здесь реворд. Собрать награды из компании. Петрас, это понятно. Пойдемте-ка вот сюда вот. Зайдем и посмотрим, что у нас здесь получится. Поехали. Так, 150к, это мало. Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Это предновогодний, как говорится, подарочек для меня такой, да? Кисленький выпадает. Ну, и... Да, ребят, вы смотрите. Удача действительно от меня отвернулась. Ну-ка, по осколкам. По осколкам-то как? Плохо или так же? Ну, и... Да, один в один. Хм. Не айсово. Ну что ж, давайте быстренько соберем 5 наград в компании. Это проще всего. Оу, ее! 105 левел, отлично. Так, а здесь? Ну, здесь кисленько. 105, кстати, 100... Ах, нет, не могу. Или могу? Нет, нужен 106, понятно. Так, я второй раз, по-моему, собрал, да? Давайте еще разок. И еще два разика. Ну, давай, давай. Раз. 65 муликов. Ах, у нас, кстати, брюликов нужно... Сколько? 2,5. Угу. 2500 брюликов мне только снятся. У меня даже 1000 нету. Хорошо, давай заглянем сюда и посмотрим. Так, желание глупца. Я, кстати, ребят, как вы мне просили, купил... А где это было у нас? Сейчас, секунду, посмотрим. Вот, вот это я приобрел. Мне сказали, что вот эти вот кристаллы хороши. Я, честно говоря, не знаю для чего. А кожа, кстати, про кожу. Что же мне выпало-то там? Сейчас посмотрим, ребят. А, вот. Великий маг кожа. Ну, я думаю, что это вообще лажа полнейшая. Тем более этот герой, вот с которым мы дрались. Это осьминог, по-моему, да, какой-то? И вот. Что еще, кстати, получил? Рождественский лось. Кожа. Это у нас герой света, по-моему, если не ошибаюсь, да? Вот такая вот штука-дрюка. Что у нас здесь дальше, смотрим. Так, ну-ка. 4 звезды. Ладно, а здесь? Здесь 2 героя. Понятно. Ничего такого сверхвыдающего я не получил. Хорошо, продолжаем смотреть, что дальше у нас здесь. У меня еще 150 снежинок. Я могу... Блин, а времени, по-моему, там осталось меньше 20 часов, если я не ошибаюсь. Так, где у нас время-то? Где время-то, ё-моё? Не показывают. Так, раз. Ты дойдешь, дедуль? Ну, дойди, пожалуйста. Есть! Хо-хоу! Круто, сейчас мы откроем с вами пятизвездочного героя за землю, да? Так, это уже хорошо, смотрим дальше. Ну, это понятно, тут с носками у нас все уже давно решено. 1500 брюликов, ребят, как я вам говорил, не хватает. Я же хотел сет улучшить. Это если мне вот этот улучшать на вот этот, то 1500. А здесь вообще 2,5. Ха-ха. Вот так-то. А здесь у нас нужно еще 80 свитков вот таких, ребят, открыть, чтобы я получил вот этот вот реворд. Слушайте, на будущее я для себя запомню, что вот эти свитки нужно копить до ивента. Ну, здесь у меня, естественно, не хватает ничего. Жаль, жаль, очень жаль. Так, что у нас тут? Ну-ка глянем. Ну, елки-ты палки, а! Охотничек мне выпал. Да, всю жизнь о нем мечтал. Так, ну что, давайте, наверное, мы с вами быстренько пробежим испытания за зерка, да? Так, кто у нас тут? Ну, ставим Данте, Вейса,
И поехали. Так, Кросса возьмем. Слушай, я думаю, что здесь Камус зайдет. Росс и... Ну, давай возьмем Джахру. Вот так вот. Ну и, естественно, возьмем оборотня. Поехали. Посмотрим, как у нас тут все пройдет. Ну, вначале все, конечно, легко и просто. И здесь мы будем выигрывать без проблем. Буквально где-то до середины пути. Так, все пока хорошо. Тут даже... Ой, тут вообще один даже. Данте. А мне нравится Данте. Я не знаю, почему вам не нравится он. Корм, вата. По-моему, очень даже хорош. Ну, если не он, тогда подскажите, кого брать или искать в роли танка. У меня был Гера. Кто у меня еще был? У меня был Бат, вы это помните прекрасно. Но как танки, они, ну, слабоваты почему-то. Мне вот так показалось. Данте довольно неплохо держит удар. И против особенно вот этих вот ассасинов, убийц, он довольно неплохо справляется. По крайней мере, в яме он себя довольно, ну так, серьезно проявляет. Не знаю, как в реальных битвах он, но там он нормульток задает жару. Смотрите-ка, ребят, мы с вами довольно неплохо идем. Вот что я заметил. Еще ни один персонаж не погиб. Ха-ха, странно как-то. Неужели игра хоть где-то мне... Ох, как же вот этот вот чувачок меня раздражает. Этот ассасин, блин. Этот убийца, киллер. Неужели сейчас все выживут? Это будет очень странно. Ну-ка глянем. Слушайте, это хороший знак. Так, ну-ка давай сюда зайдем, посмотрим. Ёлки-палки, да ладно. Что за дела-то? Это что за дела такие? 14-й... И все целые. Так, секунду, ребят. Я хочу глянуть на это дело. Я не собираюсь это так спускать все. Ну-ка посмотрим. Как они тут у меня бомбят. Так, кстати, не забывайте Вейса. А почему, интересно, она на задних рядах? С чего вдруг он ее поставил в задний ряд? Мне все рекомендуют ставить ее на... Так, тихо, тихо. Ёлки-палки, а кто так шум... Кто так шуганул-то, ёлки-палки, вы видели, что произошло? Так, кто у нас тут? Фейм, Дон, Дантриан? Я просто вот этого не люблю. Как же его звать, этот гном? Так, секунду, нам нужно подобрать. А кого тут подберешь-то? Ну, давай возьмем так, да, норму. Возьмем Кэрри. Кэрри. Карима. И... Давай-ка возьмем Валю и Айдена. А больше некого брать. Все, у меня тут никто не... Ну-ка посмотрим. Слушайте, я, кажется, тут сольюсь. Не факт, но что-то мне подсказывает. Ладно, глянем. Если моя змея сейчас... А нет, ребят, мы здесь выиграли. Смотрите, как происходит все классно. И змеюшка-то подработала. Фу, ну что же. Фулл реворд, точнее полный реворд мы с вами заработали. Полностью прошли. Но согласитесь, на 14 уровне кто-то круто очень замочил. Я потом посмотрю в повторе, как так произошло. 30 бруликов, да сюда. Не твое, не лапай. И давайте сюда. Мы здесь все, по-моему, да, прошли? Так, вывиньте в таверне все. А тут у нас... Угу. Кстати, вы не забывайте, что... Есть... О, подожди секундочку. Свободный остров. Как-то я про него... Как я про него забыл-то? Надо обязательно сделать его. И, кстати, я хотел у вас, ребята, посоветоваться, что лучше всего здесь прокачивать. Что прокачивать лучше всего? Нифига себе, 884 стоит, если я еще... повышу хотя бы уровень. Но я помню, на начальных уровнях мне говорили не раскачивать сторожевую башню. Типа, тебе будет потом сложнее на карте, вот на этой. Правда, неправда, я не знаю. Я пока не трогаю здесь ничего. Просто воюю. Так, давай сделаем рейд. Поехали. Всех разбомбили.
Да, именно всех разбомбили. И здесь, слушай, здесь, я думаю, мне хватит 6 нарциссов для того, чтобы я смог одолеть этого босса. Ну-ка. Е-е-е. Круто, круто, идем. Ну что же, я здесь все прошел. Так, секунду, заберем свой ревард. Так-то. Таверна, рынок. Здесь я все. Ну, здесь я все сделал. Что-то я еще хотел и запамятовал. Здесь, кстати, нужно тоже, ребят, забрать рейд. Сделать 2 всего лишь. Ну, фиг с ним, пускай 2 будет. Как говорится, лучше что-то, чем ничего. И здесь еще одного героя призываем. Угу. Кстати, давайте-ка глянем. Ребят, я за кадром сделал этого 6-звездочного, если не ошибаюсь. Вот, я сделал себе этого. Владыка же он, да, по-моему? Да, владыку. Я себе сделал 6-звездочного владыку, как вы просили. Дальше лучше его не апать. Так он у меня и останется, да? И больше, по ходу дела, угу, я никого не могу прапать. Ладно, в принципе, я... вот он, вот он, 6-звездочный владыка. Если что, ребята, я его потом куда-нибудь на корм спущу, не знаю, куда он пойдет у меня, но думаю, что куда-нибудь пригодится. Что мы еще можем с вами сделать? Да, по-моему, и все, да? Слушай, может быть, спустить, а, десяточку? Как вы скажете, ребят? Так, секунду, давай посмотрим, куда нам нужен дубль. Вдруг нам повезет. Так, погоди-ка, я не сюда, вот, мне нужны мои герои. Смотрим. Хм. Погоди-ка, чтобы, например, секунду, я же еще забыл одну вещь. Я забыл одну вещь, и это такая вещь, которая, ребята, по поводу прокачки. А ну-ка, что нужно для Данте? Угу, понятно. Нет, 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 нет. Это мне не подходит. Давай какого-нибудь другого. Так, а здесь нужно 4 героя, да? Фракции Земля. 5-звездочные. Хм. Далее поехали. Но это не берем в расчет. Так, Кэрри. Кэрри пока мне не нужен, если честно. Хм. Смотрим, здесь нужно бездны. 4 персонажа. У меня ни одного нету. Так, ладно, ребята, давайте-ка, наверное, посмотрим на бездну. Попробуем найти, может быть, получится. Десяточку с вами потратим. Так, бездна, бездна, бездна. Вот она. Призвать. Ёпрасоте, да ладно. Ха-ха-ха, круто. Получить. У меня что, появляется новый герой, что ли, в коллекцию? Или мне показалось? Да нет, вот он. Ха-ха. Призываю, конечно. Воу, у меня, кстати, на него, ребята, есть кожа. Это же новый персонаж, по-моему, недавно его только ввели. И вот у меня кожа на него. Ночной дьявол. Хм. Я ведь не путаю, это же он. Так, секунду, где же он у меня? Где, 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 где? Вот он. Так. Кто? Куга? Куга, ребята, его звать. Слушайте, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как этот герой. Стоящий, не стоящий? Если стоящий, будем его раскачивать. Но я думаю, что дублец на него будет проблематично найти. Так, что у нас тут еще выпало? Угу. Латус, давай призовем. Также у нас тут Аллелия. Давай тебе тоже. Ну, норма, даже 2. Хорошо, пускай 2. Так, Акаша. Ах, у нас еще вот кто. Густо 5-звездочный выпал. Вот оно что. Еще снежинок получил. Слушай, ну это же неплохо, да? Это я считаю, что очень даже хорошо. Так, давай-ка еще посмотрим. Для того, чтобы прапать, например, нам кросса, нам нужно
4 героя. Слушайте, ну я не знаю, стоит ли вообще вот этого вот... Ой, тихо-тихо. Тратить. Ребят, жду от вас комментариев. Жду. Слушай, давай-ка мы еще все-таки попробуем. Мы еще попробуем с вами... Ну, уже вот так вот. Поодиночке вызвать. Ну, понятно. Акаша. Кто у нас тут дальше? Хо-хо-хо, Латус пятизвездочно выпал. Прикольно. Фартит. Ребят, пока фартит, надо вызывать. Ненавижу. Так, норма. Блин, ребят, ну, по-моему, все. Опять Акаша, по-моему, фарт прошел. Так, и 10 осколков. А это значит, что я могу призвать, да? Да, я могу призвать. Ну, не подведи. Да ядрен ты батон. Густо, да, выпал нам? Призвать? Ой, слушайте, смотрите, ребят. Сколько... Так, список героев полон. Мне пишут. В алтарь. И уничтожаем. Вот так. Вот так. И вот так. Погоди-ка секунду. И вот этих вот тоже. Расщепить, конечно же. Самое то, что нужно. Теперь призываем. Так, норма. Иди сюда. Так, а, ну да, две Акаши. Две Акаши. И вот этот вот разрушитель у нас. Все. Так, зайдем в круг созидания. Смогу я? Тут пусто. Тут пусто. Могу. Ребят, я могу... Смотрите, я могу Акашу сделать и могу сделать норму. Предположим, кросс. Кто нам нужен? Нет. Так, секунду. Секунду, секундочку. Давай-ка глянем здесь. Кросс. И для того, чтобы тебя... Нужно 4 героя. А у меня сейчас 1, 2, 3. Ха-ха-ха-ха. Самое то, что нужно. Создаем, короче, мы с вами... Да, в принципе, тут без разницы, да? Я думаю, что давайте создадим норму. Да, будем ее делать. Так, роднулечка моя. Тихо, 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 не то. 1, 2, 3. Выбираем. 1, 2, 3, 4. Ох, инвентарь ты себе освободим. Так, а здесь у нас... Давай возьмем... Секунду. Блин. Давай так, 1, 2, 3, 4. Вот. Синтезируем. Шик и блеск. Теперь переходим сюда. Берем нашего кросса. Так, кросс, ты готов? Я знаю, что готов. 1, 2, 3, 4. Пробудись, пробудись, родной мой кросс. Вот так вот это все, ребята, делается. Остается только апать. Ай, кончились души. Но все равно, ребят, я считаю, что... Ого, что у нас тут? Ах, ну да, конечно. Ревард, ревард мы с вами заработали. Я считаю, что сегодня не бесполезная была серия, а довольно удачная. Мы все-таки испытание храбреца полностью прошли. Плюс прапали кросса сегодня. Как-то нам повезло с деревом. В общем, отлично. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам и с наступающими вас всех праздниками!